друзья, с наступившим Новым годом 2023. Вышел в парк прогуляться, что дома засиделся, английский, итальянский заучился, вернее, усовершенствование. Одно время забросил, сейчас сижу по 2-3 часа изучаю, то английский, то итальянский по очередности. Так что вышел в парк прогуляться, выпить пиво с наступившим вас. Сейчас бы, возможно, уже паковал чемодан, куда-то уезжал бы по работе, или на западную, или саперам предлагают, мне там деньги хорошие платят, в принципе, иностранные организации. Ну, так как произошла в моей семье трагедия, то придется пока задержаться в Никополе, там, конечно, будет видно. Потому что тоже надо присматривать за домом и огород там. Весна, лето, то придется заниматься огородом. Так что пока так, пока в Никополе. Хотя тут уже особо много знакомых и не осталось. У меня раньше тоже или с родственниками, там у нас медики, родственники, хирурги. То у них там Новый год встречали. Бывало со знакомыми, с друзьями. Сейчас уже особо и знакомых так не осталось, чтобы в компании собраться Новый год встретить. Всего хорошего, до встречи.